наши уважаемые читатели и зрители. Интернет-портал Face News и национальная оперетта Украины проводят еженедельный розыгрыш билетов на лучшие спектакли театра. Сегодня, 15 января, мы разыгрываем билеты на прекраснейший, удивительный спектакль «Бал в Савойе». В этом нам поможет генератор случайных чисел «Рэндом». Константин, вы готовы? Мы всегда готовы, Наталья. И победителем становится... Анна Приступа. Поздравляем победительницу и ждем Анну завтра в национальной оперете Украины. Мы находимся в фойе национальной оперетты Украины. До спектакля всего полчаса. С нами победительница розыгрыша билетов на спектакль «Бал в Савойе» Аня Приступа. Вот ваши билеты. Спасибо огромное. Расскажите о себе немножко, кем вы работаете? Я работаю менеджером в отделе рекламы в Дательском доме. Нахожусь в Киеве уже 10 лет. И это мой не первый поход в оперетту. Ну, наверное, первое участие в розыгрыше. Как это произошло? Да, расскажите. Это первое участие в новом году, в начале нового года. Хотелось чего-то яркого, ярких впечатлений, эмоций. И я увидела конкурс и решила, почему бы и нет. И проголосовала, сделала все, что необходимо для участия. И мне как сюрприз оказалось приглашение, сообщение о том, что я стала победителем этого конкурса. Приглашение рассчитано на двух персон. Кого вы пригласили? Я пойду с подружкой. Удачи вам, хорошего просмотра. Спасибо.